Друзья мои, всем привет! С вами Аля, партнер компании Skinny Body Care. Сегодня давайте поговорим на такую тему, назовем ее «Мои интересные переписки». Каждый день я веду переписки с людьми, которые интересуются нашим бизнесом. Людей много. Очень много желающих узнать о нашем бизнесе, узнать о возможности. И очень многие просят взять их в команду. Но есть одно но. Достаточное количество людей, определенный процент, просто никак не может понять ни сути нашей работы, сколько бы я им не доносила. Не могут понять, во что вкладываются деньги, за что они их отдают, и вообще они не хотят их отдавать. Вот когда вы не хотите отдавать деньги, да, ну, во-первых, мы деньги никуда не отдаем. У нас есть 3 стартовых пакета, 3 возможности, с которой вы будете зарабатывать деньги. То есть эти пакеты созданы на разных людей, на разные кошельки, на разные возможности. Естественно, самый дорогой из них рассчитан на самый лучший результат. Вы знаете, по сравнению с другими компаниями, у нас самые маленькие вложения 86, 149 и 210 долларов. Это просто вообще, это не деньги. Это не деньги для того, чтобы зарабатывать такие суммы денег, которые зарабатываю я и мои партнеры. Вы знаете, если вы за свою жизнь не накопили 5000, то стоит задуматься. Стоит задуматься о том, вообще, как вы проживали эту жизнь. Что вы делали, чем вы занимались? У вас нету 5000. 5000 это ничто, ничто в наше время. Зачем вы вообще живете? Что вы можете дать своим детям? Что вы можете дать своим матерям? Как вы можете помочь своим родителям, своим близким? А если не дай бог что? Где брать деньги? Просто вопрос. Многие люди не понимают, что надо вкладывать, и пишут, что у них нет денег. Извините, вы меня ничем не удивляете. Мы все сюда пришли от того, что у нас не было денег. Очень глупо приходить в маркетинговую компанию, вообще на работу и так далее, везде, куда-нибудь, если у тебя есть деньги. Если у тебя есть деньги, ты ничего не будешь делать. Если у тебя нет денег, ты должен пахать. Ты должен пахать на свою жизнь. Либо ты будешь жить в бедности. Если ты не хочешь жить в бедности, тебе надо делать. Надо делать действия. Работая на кого-то, ты никогда не разбогатеешь. Эти мысли были сказаны очень много раз миллионерами, миллиардерами, самыми богатыми людьми в мире. О том, что если у тебя нет денег, тебе надо делать бизнес. Если у тебя нет денег совсем, тебе надо бизнес делать просто срочно, просто обязательно. Здесь не предлагаются огромные какие-то вложения, здесь не прилагаются огромные усилия. Мы просто даем информацию, мы просто помогаем людям регистрироваться, мы просто получаем деньги за нашу выполненную работу. У нас есть 3 завода, у нас есть склады, у нас есть документы, сертификаты и так далее. Что еще нужно вам для доказательств? У нас есть куча видео, у нас есть фотографии, у нас есть скриншоты. Что еще? Что вам нужно? Я просто не могу понять, что нужно показать вам, чтобы убить ваш страх, убить ваше сомнение. Может быть, вы просто в себя не верите, что, скорее всего, тем и является. Вы не верите ни в компанию, ни в то, что можно много зарабатывать, в то, что можно вообще зарабатывать. Вы, в принципе, не верите в себя, в свои возможности, вы не верите в то, что сможете зарабатывать именно вы. Мне кажется, стоит вам пересмотреть свое отношение к жизни, потому что вы не готовы инвестировать в себя, вы не готовы инвестировать в свою жизнь, вы не готовы жить хорошо и безбедно. Вы просто не готовы. Когда вы будете готовы, вы обязательно придете к нам в компанию. Перестаньте работать на кого-то, перестаньте тратить свое время, свою жизнь, свое здоровье, свои силы, свою красоту.
Уделите внимание детям, уделите внимание семье. Ведь наш бизнес позволяет уделять времени столько, сколько вы захотите. Если вы хотите получать много денег, конечно, с неба они не упадут. Надо потрудиться, но это стоит того. Почему-то 40 лет пахать на кого-то вы можете, а здесь 2-3 года вы не желаете. Очень глупо. Я хочу изменить свою жизнь, и мои партнеры ее меняют. Мы работаем над качеством жизни. Мы зарабатываем деньги. Мы хотим, чтобы наши дети, наша семья, все наши близкие ни в чем не нуждались. Мы этого добьемся. Вот хотите ли вы быть финансово обеспеченными и ни в чем не нуждаться? Подумайте об этом. Всем пока.